Так, высеивать сегодня будем 28 февраля петунью. Петунью будем высеивать, торнадо, тайфун парпал, моя любимая. Тут у нас 5 гранул, не вижу 5, где 4. Так, где одна еще? Все, вижу 5. В общем, будем высеивать. Беру вот такой контейнер. Как обычно, все по-быстрому. Такие дырочки. Всыпаю сюда. Беру вот эту землю. Кева Терра из Леруа. Вот такая она рыхлая. Она такая рыхлая, хорошая, видите? Вот. Ее бы чем-нибудь уплотнить чуть-чуть, вот так. Вот так. Вот. Пальцами уплотним. Берем 2 семечка. В прошлом году я высеивала очень рано, 4 января. Я замучилась петунии, потому что ее надо постоянно было подрезать, формировать. Черенки жалко. Все это высаживаешь. Вот, сажаем 2 семечки. Ну, 3, ладно, уж 3. 3 из 3 будем делать много черенков. Так. Вот, 1, 2, 3, треугольничком. 2 оставим на будущий год. Можно бирочку повесить. Господи. Так. Вижу первый, вижу второй, а третий там где? Ладно. Третий, наверное, куда-то уже... В общем, сажаем 2 семечка. Посадили. И пролили, чтобы оболочка... на семечку, чтобы оболочку разрушить. Расти, расти, цвети, цвети, радуй, радуй, не хворай. Так, и чуточек, вот так вот. Все, посадка завершена. У меня вообще все по-быстрому. Я вот этих долгих не люблю. Сейчас подпишем. И на стеллаж с подсветкой. Так, это у нас сам петунья. Петунья. Тайфун. Ред. Бирюр. Моя одна из любимых петуний. Я в ней всегда уверена. Вот что значит генетика. Правильно подобранная генетика. 100% результат и успех. Так, сегодня число у нас 28. Напишу 3-2 семечка. Все. Все, приклеили. Вот. Ну, наконец-то я ее посеяла. А то переживала.